Здесь у вас мука и небольшой кусок сыра. Можно приготовить вот такой идеальный завтрак. Такие пушистые трубочки с сыром у нас получились. А если подавать с любимым соусом, то это шикарный ужин. Посмотрите, какие они пушистые получились. Вот такие вот мягкие. И посмотрите, как они выглядят на срезе. Ну вот такая красота у нас получилась. Я надеюсь, вам понравится наш сегодняшний рецепт. Вы будете готовить вместе с нами. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя кулинария. Сегодня у нас очень простой, при этом вкусный рецепт, от которого вся семья будет довольна. Надо приготовить простое тесто, а потом покажу, что мы делаем дальше. Для этого нам понадобится вот у меня 1 стакан молока. Молоко у меня комнатной температуры, стакан 250 миллилитров. Мы взяли 250 миллилитров молока, куда добавим 4 столовые ложки или 30 миллилитров растительного масла. Масло сделает наше тесто эластичным. Сюда же я добавляю пол чайной ложки пищевой соды, или если берете разрыхлитель, возьмите в 2 раза больше, и треть чайной ложки соли. А теперь все это вот так вот перемешаю и добавляю муку. Добавляем муку, начинаем замешивать мягкое, приятное на ощупь, простое тесто. Сначала замешиваю тесто руками в миске, затем перейду к замесу теста на столе. Добавлю оставшуюся муку. И перейду замешивать тесто на столе. Ну вот, посмотрите, какое мягкое эластичное тесто у нас получилось. На 250 миллилитров молока мы взяли 400 граммов муки и получили вот такое приятное на ощупь тесто. А теперь мы берем миску от муки, откладываем тесто обязательно на 10-15 минут, оно должно отдохнуть. За это время оно станет еще более эластичным и податливым, и нам легко будет его раскатывать. Пока отдыхает наше тесто, мы подготовим сыр. Сегодняшний наш рецепт будет с сыром. Для этого берем вкусный сыр с повышенным процентом жирности. Я взяла сыр чеддер и нарезаю его на бруски. Ну вот, приблизительно вот такую толщину я нарезаю сыр. Ну вот, посмотрите, на какие кусочки мы нарезаем сыр. Ну вот, закончили с сыром. Подождем, пока отдохнет тесто, и начнем его раскатывать. Ну а теперь начинаем раскатывать. Сначала подпыляем стол. Достаем наше тесто. И начинаем раскатывать в тонкий пласт. Вот в такой прямоугольник я раскатала пласт теста. Вот посмотрите, какой толщины приблизительно раскатал. Каждый брусок сыра у меня длиной 8 сантиметров. Я вот так вот раскладываю сыр и оставляю место на защипы. Этот рецепт можно приготовить вместе с сыром. Сюда добавить мелко нарезанный укроп или петрушки, и будет тоже очень вкусно. Вот так вот я распределяю сыр по всему пласту теста. Ну вот так все 18 брусочков сыра я распределила. А теперь разделю тесто на порционные прямоугольники. Ну а теперь каждый брусок сыра я заворачиваю в тесто и делаю небольшие защипы. Ну вот такие заготовки у нас получаются.
Ну, вот такие вот прямоугольные заготовки мы с вами приготовили. Теперь мы будем их жарить на растительном масле. Я покажу, как я это делаю. А теперь мы взяли сковородку, налили растительное масло. Здесь приблизительно 80 мл масла. И будем жарить наши трубочки с сыром. Так как у нас в наличии рецепта есть пищевая сода, трубочки будут набухать. Жарить мы их будем до румяной корочки. Ну вот, посмотрите, какие красивые они становятся. Как только они подрумянились, мы их переворачиваем. Вот такие вот красивые они должны получиться. Ну а теперь мы достаем наши трубочки с сыром и сразу на бумажное полотенце для того, чтобы избавиться от лишнего жира. Ну и продолжаем жарить наши трубочки. И последние трубочки мы жарим. Вот последние 5 штук у нас осталось. Из такого количества ингредиентов у нас получилось 18 трубочек. Ну вот последние трубочки я достаю из сковородки и покажу, что у меня получилось. Теперь посмотрите, сколько трубочек у нас получился. Это идеальный завтрак. А можно приготовить на ужин и подавать с любимым соусом. Я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний рецепт и будете готовить вместе с нами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Звоните в колокольчик, делитесь в соцсетях. Всегда ваша, всегда с вами домашняя кулинария. Пока!